Всем привет, давайте сегодня рассмотрим обновление первой части корпорации X. У нас должны появиться подарки, смотри, какое освещение красивое. Разработчики обновили игру графически, как и в Эрихе Занне. Нам дали одну из четырех фигурок. Или одну четвертую часть фигурки. Ничего себе, как ярко. Вау. Наш аж светом заливает. А где фигурки-то все? Где она? Давайте пробовать проходить. Хоть как-нибудь. Заодно посмотрим саму игру. Смотрите, полочка не открывается. Ничего себе, здесь ярко. В Эрихе темно. И при этом световые эффекты крутые. А здесь ярко, и световые эффекты крутые. Мы как в сказке находимся примерно. О, смотрите. Они добавили светящиеся полосы. Ах ты, прям глаза режет. Вау, они реально как будто светятся. Точно, раньше полос не было. Давай ты раз здесь. Пока пусть босс пьет кофе. О, как пахнет твой кофе, я хочу такой же кофе для себя. И развернул его, видите? Он как раз ко мне идет. Молодец, пей. Мы ищем ключик. О! Сегодня игра за нас конкретно. На первой же полочке был. Давайте посмотрим, остался ли тот баг с батарейкой. Что у нас дверка открывалась с помощью нее. Кажется, босс что-то выронил. Реально. Машина включена. Код какой-то странный. Код от сейфа 8344. Так, ладно, запомнил. Что еще здесь есть? Смотрите, эти полочки серые. Как будто бы забыли раскрасить. Везде же желтые. Так, на парковке. Не помню, чтобы была желтая машина. Напишите в комментариях, если была. Отключи принтер, кто-нибудь придет его проверить. Так, а здесь что за область была? Я зацеплялся. Смотрите, идти не могу. О, меня босс протолкнул. Секретарша уже не мешается. Сейчас будем все набирать полностью. Ключ от машины, похоже. Пропуск. И старый ключ, ура. Бам. Это что за полукруг? Батарейка криво размещена. И монетки. Так, может тоже шторы закрыть. Раз мы карточку взяли, попадаем к рабочим. Так, а почему Эрих так светится? Он какой-то радиоактивный стал. Вот Эрих. А там кто тогда? Что? Рабочий, кажется, загипнотизирован. Подождите, а если клавиатуру поставить у нас в кабинете? Так, ее можно брать? Тоже можно брать. Вот это удобство. Кто знал, что так классно теперь? Так, мы пароль не знаем. Самый главный пароль, это Топси. И я с мой логотип. О, и мой символ сопротивления. Всему плохому. 8344, давайте-ка введем пароль. А здесь берется? Нет, почему-то. Какая-то фиолетовая карточка. 40-43. Почти что 40-40. 40-40. Так, чтобы мы могли видеть через стекло его. Если случайно забуду. Глобус не берется, радио берется. Видели? О, они оставили этот баг. Это, кстати, классный баг-то. Часы сначала стоят на воздухе почему-то. Вот они. Это что за космический баг? Побежали за отверткой. На оружейный склад. Новая программа, которая что? Изменит мир. Парковка со стороны. Кстати, тут расположение предметов никак не меняется. Это очень странно. Ну-ка, можно? Можно! Ну-ка. Я винт не вижу. Один винтик можно откручивать. Ломаем комп. Отвертку сюда кидаем. 40-43, у нас еще флешки нет. Ура. Кстати, может, без флешки получится? Вставь флешку в компьютер. Да уж, постоянно сложнейшие пароли. От кого, интересно, так защищается разработчик? Make. Makeup сделаем. Нет такой же точности выстрел. Бам. Просто сник.
Смотрите, у меня небулайзера-то нет. Но есть значок зарядить его, давайте проверим, что будет. Я могу стрелять из батарейки. Бам. Я мега-монстр. Как получился этот баг? Давайте проверим заново. Берем. Берем. Подождите, а как? Я его поставил, получается. Потом взял батарейку. Я не заметил, в какой момент появился значок. О, появился. Это что такое? Ну-ка, берем, идем. Так, ну-ка, может быть, если на кого-то наведу? Это как? Именно после небулайзера. Ставим. Видите, у меня значка никакого нет. Берем отвертку даже. Идем. Ес, можно из отвертки стрелять. Заряжаемся. И мы сейчас будем стрелять из отвертки. По секретарю. Я ж попал. Так, а если отвертку зарядить? Подождите, а вообще важно, если я небулайзер ставлю или не ставлю? Выкинул его. Беру отвертку и иду. Нет, важно почему-то, чтобы я его поставил. Берем. Уже ничего не берем. У нас просто значок есть. Мы можем стрелять из ничего. Все, видите, можем стрелять. Но стрелять мы с вами не будем, а пойдем за флешкой. Спасибо разработчику за создание новых багов. Это очень интересно. Он молодец. Потому что можно стрелять без оружия. Мы таким же способом попробуем разобраться с охранником. Пароль. Yes. То есть можно сейчас, получается, из пароля стрелять. YDJ. Все правильно, где флешка? Она в лесочках была. Ладно, шмальнем. Время загрузки вируса. Это просто чудеса масштаба космоса. Смотрите, вот сюда кидайте отвертку, потому что все равно потом пригодится. Нет, опять появляется. А сейчас выстрелить. Проверим, куда шмальнет. Охранники смотались визуально. Это охранники ведь? Да, очень ярко в игре. А можно световые эффекты отключить прямо сейчас? Охранник там все еще у компа стоит. А вот сейчас стрелять могу. Ну-ка проверим. Нет, только главное меню — это страх. И вот нам нужна отвертка. Он ползал. Едет, это жесть была. Я пропустил. Но что-то еще заметил. У нас отвертка небулайзер. Мы перед отправкой на другую станцию проделаем тот же самый баг. Перерезали. Ну странно, смотрите. Мы же обратно лезли уже в вентиляции. А нам в сценке показывают, что мы залезаем сюда. Вот это неправда. Мой лорд, все шло в соответствии с нашими планами, пока 4261 не удалось сбежать из системы Smiling X. Это невыносимо. С ним болтает охранник простой, видите? Плутоневая батарея. Так, побежали за багом. Его берем в руки, опять ставим и берем лазерный нож. Ес, можно стрелять. Сейчас бы этот значок сохранился еще до охранника, это был бы шедевр. Нас поправило. Ес. Значок пока есть. Смотрите, это шедевр будет. Да неужто? Я выстрелю, по идее, из лазерного ножа. И не промахиваемся. Смотрите, из лазерного ножа, вы сами все видели. Могу даже зарядиться снова. Тогда и киборга устраню. Мне не нравится система в игре, при которой у нас не берется другой предмет, пока ты предыдущий предмет из рук не выкинешь. У нас не появилось никакого значка. Ой, этот забегал. Ладно, пока нож здесь оставляем. Охранник, валяйся дальше. Основания выкинули. У нас есть все основания для создания бомбы. Так, а жесть, если я сейчас попадусь ему. На. А что сейчас будет-то? Гад, он ползет прямо здесь в сцене. Нет. Ну-ка, смотрим. Вон он ползет, смотрите, на месте, на месте, на месте. Он на месте. Он обратно пополз.
И у меня появился значок выстрела. С чего-то. Ладно, стреляем. Ой. Заряжаем руки. Ну все, опять могу из рук стрелять. Смотрите. Как ауч-то? Фантастика. Это робот застыл? Или он меня обманывает? Вау. Страшно. Еще раз шмальнем. Поздравляю, ты выполнил второстепенную миссию. Это ужасно. Он остановился. И мы можем стрелять из рук. Это жесть. Да падал, ёкарный бабай. Что такое? Это космос. Как вам такой баг? И куда он поплыл? Через стену? Ах ты. Ёкарный бабай. Вау. Это реально страшно. Я не знаю, в какой момент он дернется. Ах ты, сесть нельзя. Когда вы это исправите это уже? Сейчас встать нельзя. Очень мощный насос. Нет, на нем кататься нельзя. Так, он сам толкает предметы? Нет, не толкает. В Smiling Kicks, конечно. Кстати, за мной киборг пополз. Так, а мы его сейчас не видим. У нас есть с вами значок. Опять-таки, что мы можем заряжаться. Бам. Так, у нас есть минутка. Ой, зачем мне батарейка? Берем, ставим. Из батарейки можем стрелять. Диск — это автомобиль. Так. На что нажимать? Диск, так. И вперед. Ничего себе, мы из батарейки, из машины. И босса сбиваем. 5-4-3. Смотрите, я сейчас еще выстрелю. Это жесть там произошла какая-то. Нам даже не показывают сцену. Смотрите, рот опять заклеили. Вау. Ты отказался от сопротивления. То есть у нас, видите, одновременно прохождение и непрохождение игры. Переходим в главное меню. Ну-ка, здесь можно отключать световые эффекты? И что это будет? Все равно мониторы светятся. Нам сегодня с вами удалось пройти обновленную корпорацию X. Было много веселых багов. Надеюсь, вам все понравилось. Оцените данное видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Before you turn